Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами протестируем рецепт супчика с сырными шариками. Я его буду готовить первый раз, но сложного в этом ничего нету, есть только тонкости. Итак, морковь и лук у нас уже почищены и порезаны. Добавляем туда красный болгарский перец, можно желтый, можно зеленый. Но чем ярче, тем лучше. Желательно в конце добавить зелень, чтобы суп был яркий. У меня зелени под рукой не оказалось. Был мороженый зеленый лучок, я добавила. Ну и, в принципе, на этом все. Лук с морковью и с перцем обжариваем на сковороде, не очень сильно, чтобы лук стал прозрачный, морковь чуть-чуть припустилась, а перчик при обжарке стал слегка мягким. Сыр натираем на очень мелкую терку. Добавляем туда сливочное мягкое масло. Самое главное замечание по этим сырным шарикам. После того, как вы натерли сыр и выложили туда сливочное масло, обязательно нужно добавить специи. Несмотря на то, что сыр немножечко соленоватый, все равно при варке шарики потом становятся пресные. Поэтому кладите соль, кладите специи, перец черный можно, перец острый, красный. И обязательно, если есть возможность, порубите зелень. Вот такое замечание по этому рецепту. А так суп получается очень нарядный, очень ароматный. Пожалуйста, приготовьте и напишите в комментариях, что у вас получилось. И понравился ли вам этот рецепт? Всего доброго, заходите почаще, всегда рады вас видеть. Поделитесь этим рецептом с друзьями. Удачи вам, до новых встреч!